Тут печатаются газеты «Рабат», «Вунтустык Рабата» и другие известные в регионе газеты. Акиму области знакомится с работой типографии «Ернур Пресс», филиал, который есть даже в Астане. После экскурсии по производству акиму области дарят целый сборник газет. Далее Аким едет в гости в редакцию газеты «Южный Казахстан», где встречается с журналистами и почетными работниками газеты. Аким благодарит каждого сотрудника известной газеты за труд и поздравляет с праздником работников СМИ. Большое спасибо за то, что вы сегодня принимаете участие вот здесь у нас. И пришли поздравить нас. Затем официальный визит в медиахолдинг ОТРА. Акимов встречают сотрудники холдинга аплодисментами. Вместе с директором Куликовой Валентиной Куприяновной Аким осматривает студии, павильоны, монтажные студии. Во время экскурсии Аким встретился с сотрудниками и лично поблагодарил за оперативную и объективную подачу информации. Қайырлы кеш, құрметті шымкенттіктер. Бүгінгі баспасөз күні ақпарат құралдары мерекесі құтты болсын. После экскурсии Аким области пригласил всех работников средств массовой информации на торжественный ужин. Уже на мероприятии награждают отличившихся. Представлено несколько номинаций, среди них и звание «Лучший телеканал». Перед объявлением Тюймебаев награждает директора телеканала ОТРР Куликову Валентину Куприяновну званием «Почетный гражданин Южно-Казахстанской области». Директора телеканала ОТРР аплодируем! В регионе работает несколько телеканалов. Посредством опроса жителей и оценки материала ко дню журналистики выбирают самые лучшие. В этом году звание «Лучший канал» получил МАШ, телеканал ОТРР. Почетными грамотами и денежными вознаграждениями наградили отличившихся журналистов, операторов, редакторов и руководителей. Аким области лично вручил нескольким отличившимся путевки в Турцию.